Есть проспект Архитекторов. Улица Архитекторов есть в Тюмени и Екатеринбурге. Так, может быть, и нам пора? Свет интеллигенции. Свой профессиональный праздник они отмечают здесь, в Доме архитектора. К такому событию открыли сразу две выставки, посвященные 110-летию архитектора Георгия Попкова и 100-летию архитектора Николая Первушина. Для обывателей эти фамилии могут ни о чем не говорить, но только не для архитекторов. Спустя десятилетия даже молодое поколение до сих пор равняется на признанных метров. Например, на счету Попкова формирование площади Советов, застройка проспекта Ленина. Конечно, он с собой привнес тот опыт, который получил в Европе. Это очень был интеллигентный, очень образованный, высокообразованный человек, который привнес такую особую культуру в нашу архитектуру города. И, конечно, его знания, его опыт и его взгляды на архитектуру, они во многом предопределили дальнейшее развитие архитектуры города. Над выставкой работал Александр Деринг и родственники архитекторов на протяжении нескольких месяцев. Кстати, дом архитектора на улице Анатолия – заслуга Николая Первушина. Об этом не только узнают посетители выставки. Например, жена Первушина тоже очень известный архитектор на самом деле. Она спроектировала бассейн Обь, она спроектировала автовокзал и многие другие здания в городе. Казаринов. Много-много фамилий, и мы надеемся, что мы дальше будем о них рассказывать не только об этих двух очень важных личностях, но и о других. Планируется, что выставка будет работать до Нового года. Посетить ее можно по договоренности с Домом архитектора. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.